Вот, сегодня у меня уже последний семинар у Миши, полностью прошел цикл. Грустно, безумно грустно, что все-таки это заканчивается. За год очень выросло качество моей работы, безумно просто. То, что было, сейчас смотрю, полтора лет недавно со своей работы, и то, что есть сейчас. И главное, понимаю то, что делаю, знаю, чего ждать. И уже в конце концов ортопедов начинаю гонять, чтобы они делали так, как я хочу, а не так, как им удобно. С этими ватками и прочей временной помощью. Очень много дал, много-много именно тех мелочей, которых всегда не хватает. Ты вроде закончил институт, ты вроде что-то знаешь, у тебя есть определенный багаж. Начинаешь работать и понять, что ты вообще ничего не знаешь просто после института. Ну, во всяком случае, у меня такое. Хотя я не скажу, что это получилось. Вот Миша разъяснил все, объяснил мне, что начинается. Нравится. От клеточного уровня, микробиологии, химия, биохимия, и все это понятно. Просто когда начинаешь это все сопоставлять, потому что все равно все по отдельности дали раньше. Тот же подфиз, та же физиология. Тут, знаете, все в куче, и как это работает, все прекрасно и понятно. Когда ты учишь часами эти книги, и ты просто это вроде как бы и понял, через два часа ты это все забыл. Здесь он все доступно рассказывает, очень легко. Именно легко рассказывает. После каждого семинара я прихожу, у меня личная ассистентка говорит, блин, что-то новое опять. Ну что, опять будем менять? Я говорю, то-то. То есть после каждого семинара что-то как-то подробно. Сейчас после этого семинара уже начинаешь задумываться все-таки, какая там флора, наконец. То есть что там первичное, вторичное, и все это уже, соответственно, разные подходы.